Да, что-то красивое. Цирк? Ой, нифига, цирк, смотри, я такой не видела. Вон, смотри, как они взяли, да, этот, огородили. Непонятно ничего, мне кажется, просто так, чтобы красиво было. Загораем. Ходим и загораем. Репа, репа. Репа ваша? Она... Сколько стоит? Это 1000 рублей. Тысяча рублей килограмм? Давайте я один килограмм. А варить? А так сырую нельзя? Нет. Нет? Нет, уже не надо. Подождите, сейчас. Не, варить нам... Очень хорошая. Варить негде. Нет, тогда варить нам негде, мы это так как бы это. А так нельзя, да, сырой? Нет. Можно так кушать? Очень лекарственный он. В каком плане? Можно так кушать. Как изменил? Антисептическое, противовоспалительное. Потом он очищает кишечно-желудочный тракт. Вот, уменьшает давление артериальное. Вы чем больше говорите, тем больше его купить хочется. Это самый. Курага. Курага, да? Курага, да. Курага. Очень полезно для сердца. Абрикосы ваши? Это абрикосы вот это. А это из чего? Это как? Это другой сорт. Тоже абрикосы, другой сорт, без косточек. Без косточек. А вот это что такое? Тоже одинаково. Только это засушено сильно, да? Да, засушено. А сколько стоит такая? 5 килограмм стоит. Это компот, да, делать, наверное? Да, у нас когда Навруз, Новый год, по Бахтамански, после делают типа компота, да. А все за границей, как мне сказали, друг, простой. Компот полезный? Нет, не будет. Я когда в Москве в 72-м году в Москве был, там местный институт кардиологический. В аптеке 6 или 5 штук, 3 доллара в коробках. Мы такую-то тоже у нас есть такая же, сушеная. Пожалуйста. Сколько стоит такая? Вот это очень. Это 10. Попробуй. Это 8. Это 10. 10, 8, 10, да? А вот эту как? Можно, да, попробовать? Это можно, можно. Нужно. Давай, ну, чуть возьмем. Давай, да. Куда косточку? Да, она выкинула тут. Вот это тогда. А вот это разве не полезно? Полезно. Ну, это на солнце много стоял. Когда солнце, есть уже витамин. Больше витамин будет. Поэтому да, самое полезное. Килограмм? Полкилограммчика такого, полкилограммчика такого. Хорошо, сделать мне. Хорошо. Сейчас я покажу вам, как делать фото на память. Норм? Вижу, такие вот бабульчики старенькие тоже гуляют и любуются красотой. И вот еще одна бабулечка влезла в кадр, тоже любуется красотой. Бабусяк. Для маленьких совсем ступенек. У них вот с воротами они тут заморачиваются вообще, конечно. Что там? Что такое? Смотри. Что там? Экскурсии по городу. По Самарканду. Молодцы, да, ребята придумали. Вот так вот, видите, какой маркетинг. Пока мы тут ходили, нам это уже цифр что-то много подложили. Было. Нормально, это лишний, да? Код от это сейфа. Код. Местные суммы тут дают просто гигантские пачки денег, и когда ты видишь кошельки у местных, это не такие тонкие кошельки, как у нас, это гигантские, чуть ли не рюкзаки для того, чтобы переносить такие суммы денег. Здесь где-то примерно 2000 рублей. Жалко, мой муж не понимает разницу между открытыми и закрытыми дверями во время кондиционера.
почему-то, когда мы приходим с жары, включаем кондиционер, вместо того, чтобы подождать, пока он все охладит, он открывает все двери, люк, и ждет, пока помещение охладится. Люк, я твой папка. Ну, как-то так. Ты Дарт Вейдер. Дарт Вейдерик мой. Привет. Куда бежите? Пока, пока. Пока. Я не кайфовенький, да? Наши так же будут. Мы приведем, остановим в городе, уедем, а не побежать. Нет, я просто помню, как мне в деревне так же, когда к нам приезжал какая-то большая иномарка, все это было вообще просто счастье. Ну что, мы нашли дизель. Вот на такой колонке. Сейчас будем заправляться. Качество, я думаю, там так себе. Жестянщики сами все делают из жести. И ведра жестяные, и стоки, и печи, и все. Все делают из этого. Вот такие вот бывают пробки, потому что здесь в центре центральная торговая площадь, там магазины. Дальше, как я понимаю, наверное, это автовокзал. Это центральная улица небольшого городка, очень небольшого городка. Светофоров, конечно, ничего здесь нету, только просто вот живой поток течет сам собой, едет сам собой. Такие вот они пробки в небольших городах в рыночный день. Сегодня у нас, кстати, понедельник. Да, понедельник, у них здесь выходной, неизвестно почему. И вот такие вот пробки в центре небольшого городка. Съезжаются со всего района. Ну что, у нас очередная проблема, связанная с работой банком, с пластиковыми картами. Мы проехали уже несколько населенных пунктов, где было ни одно отделение банка, и ни одно из них не принимает ни карты Visa, ни карты MasterCard. То есть нельзя снять даже непосредственно в отделении банка деньги. Соответственно, что мы имеем? Мы сейчас уже залили нашу канистру, десяточку, которая НЦ была. И у нас загорелась все равно опять лампочка. И показывает, что нам проехать 16 километров. От городка, где возможно можно будет снять деньги, 37 километров. 16 запаса, 37 нам ехать. Экшен начинается. Короче, уже на какой заправке нету дизеля, у нас вообще нету топлива больше. Ноль. Я не знаю, нам до города еще 4 километра, заправок нету, кэша нету, из денег у нас вообще осталось совсем чуть-чуть. Сейчас буду, если что, такси, и на такси ехать до города с канистрой, чтобы заправиться. Едем дальше. Посмотрим, насколько хватит нам. Короче, проблема с банкоматами, их вообще здесь нету. Проехали уже два банка. Ничего, ноль реакции по планете. Сказали, иду правильным путем. Сейчас что-нибудь найдем. Так как на улице сильная жара, а летом тут еще жарче, что везде вот такие вот стоят в газонах распылители, которые, наверное, включают, как сейчас, в какое-то определенное время. И вуаля! Входы непонятно, работают или не работают. Все херачат, всем вообще пофиг.
Короче, что мы имеем на выходе? Мы приехали в центр города, встали, заглушили машину. Я уверен, что из центра города мы можем не выехать. Просто она показывает 0 уже километров 10. Именно 0 километров движения. Я попытался снять деньги в банкомате. Это 10-й банк, до которого мы доехали. Карта просто упала. Купюроприемник, вернее, карта вообще не работает. Его там нет. Она упала туда. Сейчас пытаемся ее оттуда достать. Еще неизвестно, снимок ли нам здесь или нет. Поэтому сидим здесь, ждем. Еще прикольная особенность, что все надписи сделаны на английском, а на узбекском языке. Английским буквам. Транскрипция. А света вообще у вас только нет или в городе везде нет? В городе. А что случилось? Может, тогда и банкомат не будет работать, да? А заправки далеко здесь от центра? Заправки, понимаешь, заправки облезаем не давай. Бензин? Дизель. Как? Дизель. Метал. Бензин, дизель. Бензин. Так, ну что, один из сотрудников поехал за ключом от банкомата, наверное, домой. Ну все, первую часть сделали, доллары сняли, теперь ждем карту. Что, сейчас будем ловить такси? Ехать. Да? Все правильно. Надо заехать на рынок, разминать опять деньги по черному курсу. Сейчас дождемся. Мы такси. Дождемся мы такси. Что, операция «Спасти крылья» начинается? Маленький, нормально, хватит, нормально, да? Хватит, да. Какой курс? Сколько? Курс? 603 нормально. Давай посчитаем. Сколько? Сколько здесь тогда сейчас? 108. Который баклажка поставил на дорогу, у них есть бензин, автобус. А почему так нету? Не знаю, на заправке. У вас же много заправок, как так нету? И бензин... Бензин сюда... есть, да? Бензин есть. И солярка. Не, ну и по дороге тоже нигде нету. Бензин, что ли? И бензина мало тоже. Один газ. Все? Спасибо. Хорошая? Да, хорошая. Точно? Да, точно. Я понял, хорошо. Счастливо. Счастливо. Все. Операция по спасению и по раздобыче топлива в небольшом городке завершилась удачей. Мы нашли 10 литров топлива. Сейчас заправляемся, едем, снимаем деньги в ближайшей гостинице, какой-то палас пятизвездочный, потому что только там оказалось есть банкомат. И после этого едем дальше. Но перед этим нам надо заехать в банк, забрать карту, которую сажал банкомат. Короче, что сделали? Сняли немножко денег, заправили машину, но тем не менее основная у нас часть денег на мастер-карте. Мастер-карт принимает здесь только один банкомат, и это какой-то гранд-отель. Сейчас скушаем, едем в этот гранд-отель снимать денег и едем в старинный город, который находится в 20 километрах отсюда. Раз уж мы сюда заехали, едем в этот город. А вон мастер-карт. Мастер-карт, наконец-то мы тебя нашли. Ну что, наше веселье по-прежнему продолжается. Банкомат так и не стал работать. Какой-то у них, в общем, сбой какой-то в программе. По итогу мы перевели деньги на визу, воспользовавшись Wi-Fi на ресепшене отеля. И сейчас едем опять в следующий банк, где заблокировал карту, для того, чтобы снять уже денег с визы. Чего так много это здесь?
Чего? Наклеек? Наклеек или чего? Экспедиции. Ну, страны, где мы были, а это партнеры, с кем мы едем. А-а-а. Ну что, поменяли бабла. Покажи, сколько у нас бабла. Просто вообще, я себя чувствую наркобароном. Так, ну что, бабла. Как там они делают? Бабла, давай, чтобы деньги водили в семье. Мечеть. Здесь три год. Hello. But there's oh, thanks. There is no upstairs. Тут как всегда, по-моему, туристов вообще. Одни туристы. Да, он говорит, а у них сурдоперевод. А, возможно, это какая-то там турецкая делегация. Спасибо. Ну, короче, что, в двух словах, если все это дело резюмировать, то это, наверное, такой большой рынок под открытым небом в крутых декорациях. Так что вот, как-то так. Смотрите, как сделали деревянные выступные стоки. Ну, потому что, как и у нас в России, если нету нормальных стоков, то вот тут видно даже следы, как размывало стену. Поэтому поставили деревянные, чтобы здесь выступом. Нет, везде. В каждой дыре, в каждом. Там же вот это же окошки. То есть вот крыша там, чтобы ты понимала. Не, я понимаю, просто смысл какой. Если тут же 170 сантиметров будет разбивать. А потом вот это вот от стока, это все вот такой бордюр. И она там собирается и стыкает через эту дырку. Ну, что? Мы приехали сюда, посмотрели. Еще раз говорю. Красивый, большой, восточный базар. Все круто. Но, наверное, не ради этого же мы приезжаем в такие места. Даже туалет, смотрите, как стерилизовали под стариночку. Ну, резюмируя, в общем, это место красиво, ну, это рынок. Поэтому что, мы, как говорят у нас в России, не солоно нахлебавших, едем дальше. Заехали сюда лишние 60 километров. Ну, я могу так сказать, поставили галочку. Я ожидал чуть поставили большего. Мне на самом деле что больше понравилось? Больше понравилось где было? В Самарканде и в Бухаре. Все, идем до машины, докупим сейчас продуктов и едем. У нас, как обычно, проблема с заправкой. Проехав 50 километров между двумя городами, крупнонаселенными, мы так и не нашли дизеля. А те 10 литров подходят к концу. Сейчас поедем на заправку, будем просить их. Для любителей индийских фильмов есть какие-то штуки ширин, которые сделаны на принтере, на говняной бумаге. Их делают прямо где-то здесь. Итак, ты хочешь новенькие ширины? Наконец-то мы нашли соляру. И вопреки всем мерам предосторожности, вот они, техники пожаробезопасности. Нигде соляры нет. Мы проехали со стороны Бухары. Одна заправка была. Потом ездили туда, вот как старинный город. Там ничего нету вообще. Ничего нету. И получается, грубо говоря, на 250 километров нет вообще заправок. Да. Ну, там здесь вот самое, здесь возят эти щебень возят.
большие машины есть. Поэтому есть 900 вот, это 900, а потом есть печное. А, печное тоже как дизель, да? Да, да, да. Только они для больших машин, знаете. Я понял. Но это хорошее, да? Так, хорошее, да? Да, да. Просто мы чем его уже только не заправляли вообще, лишь бы доехали. Канистру, канистру сейчас тоже залью. У меня получается этот самый. Лампочка загорелась, показывает, сколько я проеду там. 10 километров осталось, 5, 7, 0. И вот я на нулях километрах отъехал от этого, от старинного города сюда. Ну вот, то есть все, она уже, то есть должна, пишет, что все, сейчас заглох. Откуда едешь? Да. Радушка? Не-не-не-не, мы стартовали из Москвы, проехали всю Европу, вернулись назад до Магадана. Другая часть России, из Магадана через Якутию, Бурятию, из Бурятии в Монголию. Монголия, из Монголии в Горный Алтай. Из Горного Алтая в Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, опять Узбекистан. И сейчас уже домой едем. Что там, сколько вошло? Пива, как город? Пива. А? Пива, как? Подожди, я тебя сниму. Ты узбек? Да, да. Ты на русского похож? Нет. У тебя родители русские? Нет? Ты какой? Украина какая? Узбек говорит. Нет, он русский. Подожди, сейчас давай. Вот так. Сколько? 100 литров. Магазин на 3925. Будет 3000. Сейчас, подожди, секунду. 3000. 392 тысячи. Фига у вас там денег на этом. Давайте, удачи, ребят. Наконец-то нашли заправку и заправили. Весь день искали. Ну чё? Весь день искали. Нашли родненькую.